Ваша сумка. Это аптечка из колоний. Армейское снаряжение. Где служили? На Каланте? Не просто там было. Мистер Мортон, если не окажете сопротивления, то да, я предпочту арест альтернативе. Я показал им, как заметать следы и стирать данные. И согласно плану, я должен был уйти. Потом блокаут, полная утеря информации, и ребенка я найти уже не смог. А ты хотел? Да не особо. Почему? Да потому что на нас охотились. И я не хотел, чтобы его обнаружили, отняли у меня и препарировали. Ты особенный. Рожденный. Несобранный. Тебя скрывали. Теперь ты настоящий. И тебе нужно настоящее имя. Джо. Джо? Теперь ты больше не Кей. Мама дала бы тебе настоящее имя. Джо. На выход, дверь закрыть. Что, черт возьми, происходит? Я поручила тебе важное дело, неоднократно при этом подчеркнув его важность. А ты что? Ты околачиваешься в апгрейд-центре. Сканирование показало, что ты отклонился до почти критических значений. Ты хоть представляешь последствия? Я нашел ребенка. Извините, у меня синдром иммунодефицита. Свободная жизнь в этой тюрьме из стекла. Поэтому вы не в колонии? Да. Болезнь настигла меня, когда мы готовились к отлету. Так началась новая глава в моей жизни. Они определили меня сюда. Попытались как-то скрасить жизнь дочери, все, что могли в тот момент. Но чем скрасить одиночество? А я была общительной. Ты же не убьешь девушку? Посмотрим. Какой номер модели? А ты вытащи мне глаз да узнай. О, надо же. Старая модель. Еще до блокаута. О том периоде мало информации. А то, что есть, очень расплывчато. Грязь меня не волнует. Я против непрошенных гостей. Что выращиваете? Культивирую белок. Разработка Воллиса. А что за запах? То, что я ращу для себя. Чеснок. Чеснок. Хотите? Нет, спасибо. Любил работать один. Так же, как и я. Мы с ним и вместе работали по одному. Это все. И больше рассказать нечего? В этом мире ему было не место. Как вы это поняли? По выражению глаз. Она умерла на моих руках. Мы спрятали ребенка и дали клятву хранить секрет. Поэтому Сеппер дал себя убить. Ребенок принес нам всем благую весть, что мы уже не жалкие рабы, что мы способны к репродукции, что мы сами себе хозяева. Кто она, было непонятно. Некоторым. Это был тест. Тогда нас с трудом выявляли. Ее нашли при каких-то странных обстоятельствах, если начали расследование. Вы для меня чудо, мистер Деккард. Вот был замок. Вот найден ключ.
И все же дверь не поддается. Замок никак не открывается. Мне нужен тот, кто его найдет. Ребенка. Мне он нужен. Чтобы научить ангелов летать. И Господь обратил взор на Рахиль. Услышал ее. Отверз утробу ее.